Как выставить игловодитель по отношению к челноку? Машинка не шьет, пропускает. Видно, кто-то по незнанию разрегулировал положение игловодителя. Игловодитель регулируется. Открываете боковую крышку. И вот здесь вот есть винт на игловодителе. Вставляете шестигранничек. Шестигранничек у нас двоечка. И откручиваете. Раз. Открутили. Все, теперь будем регулировать. Чтобы отрегулировать игловодитель, мы выставим машинку на зигзаг и поставим самый большой зигзаг на шестерку. Иглу переведем в крайнее левое положение. Переводим в крайнее левое положение. Подводим носик челнока. И смотрите, он у нас выше от ушка иглы миллиметра на 3. Это совсем не годится никак. Игловодитель нужно поднимать вверх. Мы отпустили винт. И берем вот такими вот движениями туда-сюда. И поднимаем вверх. Носик челнока должен быть буквально чуть-чуть выше от иголочки, на полмиллиметра. Еще поднимаем выше. Вот мы даже здесь нитку вот берем и смотрим. Чуть-чуть пониже. Вот так вот, буквально на полмиллиметра, ну может на миллиметр. На полмиллиметра, миллиметр выше от ушка иглы. И смотрите, чтобы наша иголка была по плоскости. Иголочку разверните, чтобы она была ровно. Смотрим. Ну вот так вот. И также теперь мы проворачиваем, смотрим наше правое положение. У нас носик челнока уже идет выше, потому что игла у нас приблизилась в другую сторону. На зигзаге у нас получился правый укол. И все. Ну, в принципе, можно выставлять только по этому параметру, по левой стороне. Теперь берем, затягиваем шестигранником наш винт на игловодителе. Берем, ставим пластину. Затягиваем винт. Ставим лапку и берем, ложим ткань под лапку. Нитку тоже заправляем под лапку и смотрим. И смотрим наше петлеобразование. Вот иголочка у нас пошла вниз. Носик челнока подходит. Вот он берет нашу нитку. И нитка, вот она, на челноке, на носике челнока, будет обводить нашу сетку. Вот, все нормально. Теперь пробуем шить. Закрепка. Строчка у нас хорошая. Переключаем на зигзаг. Зигзаг делаем
Ну, на всю давайте сделаем. Вот наши строчки, все прекрасно, пропусков нигде нет. На этом все. Удачи вам!